Приветствую вас на нашем канале, канал самых оперативных, увлекательных, познавательных, интересных, а самое главное, актуальных и популярных новостей в сети. Недавно Светлана Лобода выступала на концерте популярного российского канала Муз-ТВ, который проходил в Государственном Кремлевском дворце. Певица предстала перед зрителями в очень откровенном, мягко говоря, наряде. Соответствующее фото было опубликовано на странице канала в Инстаграм. На ней было прозрачное мини-платье в пайетках, сквозь которое просвечивалось, нижнее бельишко. Интересная деталь. Лобода решила обойтись без бюстгальтера, хотя платье ее было практически прозрачным. Ну, что тут будешь говорить, да? Это все-таки шоу-биз. В Кремль на праздник для всех влюбленных певица пожаловала в полупрозрачном коротком платье, судя по всему, решив не утруждать себя вообще нижним бельем. А на фото Лобода позирует на фоне бренд-волл Муз-ТВ. Вот такая она, разная и непредсказуемая Светлана Лобода. Ну, кто-то покоряет шоу-бизнес голосом, кто-то как может, кто-то вот так вот, без нижнего белья. Ну, у каждого свой, как говорится, продюсер. На этом у меня все. Слушайте качественную музыку, подписывайтесь на наш канал. Всего вам наилучшего, услышимся.